как я вам? Мы все еще живы, лейтенант. Ты молодец. Командир заряд. Продолжайте работу по плану. Снова. Слава богу, ты жив. Посмотри сюда. Пилот решил взять с собой. Эй, Номан! Полюбуйся на этого урода! Да, Сир, прекратил небольшую пятерку. Эй, осторожно! Адмирал рехнется, когда увидит эту дрянь. Хотите что-то сказать, Коллинз? Нет, сэр. Не думаю. Что за черт? Сказал он дохлый! Теперь дохлый, так ведь? Мы видели таких после генераторов в шахте. Эти твари тянут энергию из любых источников. Могла бы раньше сказать, мы бы его не потащили. Номад, адмирал хочет видеть тебя в штабе. Твои видеоданные произвели тут сенсацию. Нам лучше поторопиться. Мэм. Иди, увидимся позже. Вперед! Адмирал тебя ждет! Рад, что с тобой все в порядке, псих. Где ты был? Пророк рехнулся. С ним явно что-то не так. Похоже, из-за того, что он побывал внутри сферы. Он хочет вернуться на этот остров. Елена говорит, что разобралась, как эти твари общаются. Электрическими сигналами какими-то. Она вроде придумала какой-то сигнал, от которого у них все перегорает. Вряд ли чего из этого выйдет, но кто знает. Старшина МакКоллаган, пройдите в оружейную. Старшина МакКоллаган. Ну что ж. Добро пожаловать в Crysis. Меня зовут Алексей, вы на канале Алексуф. И мы продолжаем прохождение. В общем, в прошлой серии мы закончили на том, что наш герой Номанд выбрался с острова, и мы вроде как приземлились на палубе авианосца. Возможно, что называется он Конституция. Вроде бы, но я не уверен. Ну что ж, и здесь у нас также псих. Здесь же у нас пророк, которого мы в прошлой серии, с которым мы встретились в прошлой серии. Пророк — это наш командир нашего отряда. И что еще? Да, в общем, мы побывали в цитадели этих пришельцев. В общем, мы сейчас идем к генералу. Ладно, из Японии уже вышло госпитальное судно. Но пока она дойдет, нам нужно что-то делать. Нужен медицинский блок. На складе. Живо! Есть, сэр. Доктор Розенталь, пройдите в штаб. Доктор Розенталь, пройдите в штаб. Блин, лабиринты целые. Ну, мы почти пришли. Штаб. Ладно, ребята. Тебе сюда. Пойду поищу пророка, пока он не наделал глупостей. До встречи. Стрикланд, если слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются. Это же вторжение. Номад, ты отлично поработал, сынок. Посмотрев твои данные, командование решило нанести ядерный удар. Как только я получу подтверждение из Белого дома, мы сотрем эту дрянь в порошок. Адмирал, нам еще рано принимать решение. Нужно тщательно изучить альтернативные пути. Хотите убедить президента передумать? Или штаб? Боюсь, что вы не осознаете всей тяжести ситуации, доктор. Примерно неделю назад наш спутник засек на острове температурные аномалии. Сперва мы решили, что это атомные взрывы. Подключились РУМО и АНБ. Вот так вот. 4 дня назад был перехвачен высокочастотный сигнал из центра горы. Маяк направлен на звезду где-то в галактике М33. 4 миллиона световых лет отсюда. Это мог быть сигнал бедствия. Просьба о помощи. Вы говорили, что вашим находкам миллионы лет. Но они слишком технологичны. Явно не с Земли. Что, если они заблудились и теперь зовут на помощь? Неважно кто, неважно откуда, действовать надо быстро. Самолеты с атомными ракетами уже готовы. Извините, сэр, нет никаких гарантий, что ваши ракеты хотя бы прорвут их оборону. Хотите гарантий? Купите тостер. Я не стану сидеть и философствовать, когда вся наша планета в опасности. Это же нелепо.
Эти существа вытягивают энергию из любых источников. Вся гора – гигантский аккумулятор. Взгляните на схему. Потоки энергии пронизывают всю толщу горы. Вот, посмотрите на них. Сравните с той тварью, которую вы видели. Мне кажется, что это форма жизни, которая питается энергией. Не могу предсказать, что будет, если ударить по ней атомным взрывом. А что будет, если мы сложим руки? Должен же быть другой путь. Дайте мне время. У нас нет времени, доктор. Сэр, только что порвалась связь с Лексингтоном. Прошу всех незаинтересованных лиц покинуть помещение. Я буду в оружейной. Позовите меня, когда все закончится. Ты слышал приказ, лейтенант? Понятно, понятно, нас выгнали. Ваш командир прошел в оружейную. Он, наверное, ждет вас. Хорошо, спасибо, оружейная. Пройдите на полетную палубу. Лейтенант Нойман. Черт, их так много. Мы не справимся. Что, здесь уютно. Брать. Мы здесь можем посидеть. Ну, вполне себе. Даже можно лечь вот так вот. Либо телевизор, а, там, ну, это не то, что нам нужно. Ищите оружейную по коридору и направо. Спасибо. Спасибо. Так. Нельзя. Контр-адмирал Веринг, пройдите на мостик. Что-то у нас... Веринг, пройдите на мостик. Штурманская. И закрыто. Так, оружие у нас туда. Что у нас здесь? Лестница. Там у нас закрыто. Говорят, что вы были внутри той сферы. Да, нано-костюмы впечатляют. Ага. Да, это тебе... Я провел предварительную проверку. Похоже, это какой-то аккумулятор. Никогда с таким не сталкивался. Можно только догадываться, как тот парень его включил. Так, нам куда-то сюда. Да руки помыть. Номад, ты живой. Эй, Номад. А, пророк. Садись, приятель. Я так и не понял, как ты приспособил их оружие, босс. Мы тоже этого не поняли. Механизм спуска очень сложный. Мы в нем за неделю не разберемся. А вы модифицировали в полевых условиях. Вы ведь даже питание подвели к своему костюму. Впечатляет. Видимо, я талант. Мягко говоря. Итак, я не только починил ваш костюм, но и немного улучшил. Я направил испыток энергии в гидросистему, как просили. В общем, все готово, майор. Доктор Джилспай, мне надо проверить нано-костюм Номада. Давайте. Сказали, вы можете помочь. Конечно. Садитесь, лейтенант. Нам очень важны сведения, сохраненные в записывающем блоке вашего костюма. Без проблем, господа, без проблем. Эй, босс, куда это ты? Кончать со всем этим. Я слышал, остров вот-вот закидают ядерными бомбами. Дела адмирала Моррисона меня не касаются. Его бомбы там ничего не сделают. Пророк, стой! Так, чем я могу вам помочь, доктор? Я выделила сигнал, который эти существа издают при подзарядке. Думаю, он предохраняет их от избытка энергии. Можно ли передать такой сигнал с помощью нано-костюма? Думаю, можно. Сейчас посмотрим, как. Если что, как изменить частоту дистанционно? Довольно просто. Сигнал можно передать по любому беспроводному соединению. В общем, есть простор для экспериментов. Что именно они со мной делают? Если теория верна, ты станешь ходячим оружием против пришельцев. А если она не верна? Тогда нам остается только положиться на план Моррисона. Доктор Розенталь, пройдите на мостик. Доктор Розенталь, на мостик, быстро! Не заставляйте адмирала ждать, доктор. Я сам разберусь. Ладно. Номад, как будешь готов, подходи на мостик. Красавица. Такие редко идут в науку. Эх, будь я на 10 лет моложе. А, вот и она!
Поставь ее на ту стойку. Сейчас. Тактическое атомное орудие разработано специально под нанокостюм. Опытный образец, еще даже не слышно. Стреляет ядерным зарядом. Тот же гранатомет, только шума гораздо больше. Mm-hmm. Чего они только не придумают. Да, не говори. Так, думаю, все готово. Опробуем. Полагаю, что доктор Розенталь справится с тонкой настройкой. Спасибо. Не за что. Вам лучше пойти на мостик, адмирал не отличается терпением. Да это уж понятно. Максимум брони. На мостик, значит. Намат! Чего? Видите Елену, скажите ей... Ну, не важно. Ясно. Блин. Осторожнее с этой шуткой! Еще взорвется. Спокойно, я знаю, что делаю. С какой шуткой? Господа, это адмирал Моррис. Штаб на то... А, мостик. Я получил официальное разрешение президента нанести ядерный мостик. Удар ограниченной мощности по целям на острове. Мостик, мостик, мостик. Для принятия такого решения нужны серьезные основания. Природа нашего противника пока не установлена. Но данные, собранные нашим спецназом, позволяют всерьез полагать, что нашей планете угрожает реальная опасность. Что бы ни случилось в ближайшие несколько минут, я рассчитываю, что каждый из вас выполнит свой долг с честью и мастерством. Так, занимайте боевые посты и готовьтесь. Зададим им жару, ребята. Зададим, зададим. Всем спецназовцам немедленно прибыть на мостик. Да иду, иду, пройдите, блин. Пройдите на мостик, сэр. Сюда, лейтенант. Адмирал ждет вас. Сэр! Майор Бернс, это адмирал Моррисон. Немедленно возвращайтесь. Майор Бернс! Что он делает? Бернс — это сэр, пророк. Поднимать группу перехвата. Пусть летит. Этот псих сам подписал себе смертный приговор. Вовремя, лейтенант. К пуску почти все готово. Этот ваш майор нарушил приказ. Похитил оружие, угнал борт и направился на остров. Пророк еще там? Вы должны отложить пуск. Это его выбор, лейтенант. Адмирал, прошу изменить решение. Риск слишком велик. Что, если они этого и хотят? Что, если мы действуем по их указке? Нет времени на «что если», доктор. Пентагон санкционировал ядерный удар. У меня приказ. Конституция штурма. Это мародер один. Есть заход. Приближаемся к цели. Отбой. Понял, мародер один. Прием. Готово, сэр. А если вы ошиблись, адмирал, вы сможете с этим жить? Продолжайте пуск. Есть, сэр. Мародер один, это Конституция штаб. Зеленый свет. Доставляйте груз. Отбой. Надеюсь, понял. Что вы правы. Вы, я и остальная планета. О, шандарахнули. Пожарную бригаду! Живо! Отставить, Номад!
На корабле творится черт знает что. Эти твари лезут прямо сквозь борты. Выходи и сражайся, солдат. Мы не можем отступить. Да ладно, без вопросов, пошли. Дверь заклинила, лейтенант. Что стоишь? Вылей ее. Это не вопрос. Хорошо, теперь иди на полетную палубу. Палубу, мне сюда больше добраться. Я, блин, не помню, как... О! О, вот это уже серьезно. Так, полетная палуба, где? Слушай, а если мы будем носить пулемет без усиления, то мы не унесем его, типа он тяжелый будет очень. Слушай, я не знаю насчет этого пулемета, он что-то так себе. Так, ладно, нахер этот пулемет, короче. Это же тоже не вариант. Как тебя выкинуть-то, блин? А, у меня максимум. Как из тебя, блин, как из этой гаусс-пушки стрелять, хер его знает. Почти готов. Потом почти уже нету. Похоже, они отступают. Так. Сейчас, мне бы что-нибудь другое бы взять. Ну, понятно. Здесь есть какое-нибудь другое оружие вместо этого пулемета? Что-то я нихера не вижу здесь. Реально нихе... А, о, есть. Можно вместо пулемета. Во. Вот это уже поинтересней. Так, для гаусс-пушки. Так, надо перезарядить сейчас ее. О,
Подожди, а что? Максимум 6 только можно. Короче, максимум 6. Что вообще мы можем на эту гаусс-пушку? Указатель. Все, больше ничего не можем. Так, подожди-ка, на эту что мы можем? У нас даже фонарика нету. Так, иду, вы все меня ждете, да? Это хорошо. Какая их орава. Пошли помогать нашим ребятам. Номат, я в лаборатории с Еленой. Ты где? В реакторе утечка. Я иду туда. Мы попробуем прорваться на палубу. Эти ублюдки все заполнили. Дай знать, когда будешь на палубе. Хорошо. Я настроила передачу. Теперь мы сможем управлять их механизмом подзарядки с помощью твоего нано-костюма. Дай знать, если возникнут проблемы. Да, у меня всегда проблемы. Это да такой. Спокойно такой. Да, у меня всегда проблемы. Так. Можно вместо... Хотя, слушай, не знаю даже. Гранаты. Подожди. А, это если только вместо гаусс-пушки брать. Блин. А сколько у меня их? 18 так-то. Ладно. С дробовиком я... мне будет поспокойней. Пошли. Твою. Так. Тебя. Недостаточно энергии. Блин, да мажет эта сволочь. А, там еще одна дверь такая же. Черт, я уже решил, что ты тоже из этих тварей. Ты Номат? Черт. Ну че, как тут у вас дела? Сюда! Видимо, наверх куда-то. Эй, Номат, мы тебя ждали. В реакторе утечка радиации. Мы долго не продержимся против этих тварей. Если реактор не заглушить, он рванет. Тебе надо на ту сторону. Что я должен сделать? Сначала надо отключить предохранители в обменнике. Тогда ты сможешь перезапустить реактор. Ну, давай. Не беспокойся, я все подробно объясню. Ну, погнали, погнали. Блин, что-то здесь нихера не видно. Это вот туда наверх, да? Близко. Рядом с ним должен мигать красный сигнал. Нормально? Похоже, сработало. Черт, стержни заклинило. Иди туда и опусти их вручную. Да блин, дымажит.
Куда сюда получается, да? Не понял, а куда нам здесь? Максимум. Понятно. Максимум, правильно. Ну, путь у нас только сюда. Мы, видимо, как-то обошли кругом, что ли. А, ну да, точно, смотри-ка. Так, я в реактор. Что дальше? Нажми большую красную кнопку. Сделано. Линейная остановка началась. Отлично, Нома. Отлично, Нома. Стержни сейчас опустятся. Надо было, блин, чтобы с усилением. Ладно, хорошо. По собственной глупости. Тут слишком много этих тварей. Похоже, они вытягивают энергию из реактора. Нома, мощности реактора уж точно хватит, чтобы их спалить. Далеко не уходи. Передаю сигнал на твой костюм. Сейчас, сейчас. Уровень радиации там зашкаливает. Уверен, что твой костюм выдержит? Да. Я не знаю, наверное. Да вроде так, получилось. Реактор остановлен. Включаю резервное питание. Отлично. Ну а что дальше-то? Да понятно. Новая группировка противника. Давай сюда. Иду. Куда сюда нам, да? Тихо, 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 мне тут чуть не шиндарахнуло. Трансформатор. Подожди, так мы здесь были, нам же надо куда? Да, нам надо туда. Мы отсюда пришли, то есть мы. Я не слышу. Аварийная перегородка открыта, лейтенант. Поднимайся по транспортеру. Да ты не оборзел ли там? Какая-то хрень получается.
Давай. Здрасте, приехали. Меня где-то здесь грохнули. Плохо. Да запрыгни ты. Неплохо, слушай. Вполне неплохо. Так. Ну ладно, запасы пополнили. Так, ага. Забираем, забираем, забираем. Всем покинуть корабль! Всем покинуть корабль! Тихо. Спрячься где-нибудь. Я пойду туда, раскрываем. Кое-куда загляну. Моррисон, я иду в лабораторию за атомной пушкой. Быстрее, Номад! Ты нам нужен на палубе! Тихо, здесь. Здесь что-то... Что-то очень большое! Держи меня, да все нормально. Так, это у нас лаборатория, ага. Где-то здесь должна быть пушка. Здорово. Пушка у меня. Только я не понимаю, как ей работать-то. Номад, палуба захвачена. Покидаем корабль. Живо! Покидаем корабль, Номад. Берем транспортник и взлетаем. Ждем тебя! Я не понял, что там такое было-то. Так, нам нужно куда? Нам нужно куда-то на мостик, да? А, да-да-да, где-то здесь. Так, а куда нам здесь? Откройте дверь, откройте чертову дверь! Ну, типа, должно было быть так по скрипту, как я понимаю, да? То есть его спасать бесполезно. Ты должен вытащить этих ребят. Беги к палубе.
Живо! Ясно. Нома, ты как там, живой? Более-менее. Ага. Адмирал мертв. Где вы? Мы с Хеленой уже в воздухе! Корабль захвачен! Все, кто не ушел, погибли! Держись! Сейчас мы тебя заберем! Чёрт, же, ну же, когда он орёт... этой твари мне не пролететь! Ты должен убить её, Тома! Ах ты, блин. И как вы предлагаете мне это сделать? Как вы, вашу мать, не предлагаете это сделать? Давай, открывай. Ладно, вторая попытка. Ну, давай. Далеко не уходи. Дальше за работу. Я не помню, что все. А как ее? Как атомкой стрелять, не понимаю. Ладно, разберемся после. После, короче. Тихо. Давай, втопили. Тихо, что ты сел-то, блин? Сейчас рванет нахер. Гаусс-пушка? Блин, дайте мне остановить. Хотя ладно, пускай будет гаусс-пушка. Что-то все горит, блин. Оставьте меня. Уходите, живо! Ни за что, братишка! Мы без тебя не уйдем. Мы тут свои счеты. Только с моей помощью. С ума сошли, уходите! А как она собирается нам помогать? Я сдох из-за какой-то ерунды, я в эту долбанную яму упал. Почему нельзя было просто ее ограничить? Вот это не зря сделали, вот эту вот яму здесь. То есть, или бы сделали, что просто там дохнешь сразу, или, блин, я не знаю. Оставьте меня. Уходите, живо! На кой хрен ни они... Ни за что, братишка! Мы без тебя не уйдем. Уходите. В общем, нахера они вот эту яму сделали, че, наверное, я не понимаю. Сошли, уходите! Давайте. Так-то вроде как... Да присядь ты! Не понимаю, почему он не может присесть-то с гранатометом? Теперь не достали пушки! Подожди, где? Мы под обстрелом! Но... Не могу приблизиться! Короче. Дома, разберись с пушками, чтобы мы могли подлететь поближе. Выполняю. Ладно, где у меня там? Гаусс-пушка. А
погнали еще гранатомет возьмем. Гаусс-пушки хочу оставить для других вещей. Дайте мне срочно гаусс-пушку. Подлетай как можно ближе. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже. Отлично. Держи высоту. Нома, приготовься. Да твою мать. Держись. Кажется, работает. Черт, эти твари нас окружили. Избавься от них. Где еще один? Я не вижу эту тварь, где она? Готово! Поле отключено! Поджали эту тварь! Да. Из атомной пушки! Да твою мать, ты еще присел. Я уж думал, ты этого не скажешь. Давай, 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 давай. Один готов. Вот он. Сейчас отключу второе поле. Тут их много. Прикрой нас, мама. Да какого наконец-то, блин. Сзади шьют. Второе поле включено. Продолжай, приятель. Уничтожь эту пушку. Я опять в эту долбанную яму провалился. Из атомной пушки. Подожди, где эта скотина? Вот она. Прицелься из атомной да пушки. Да заткнитесь вы. Давай, блин. Отличный выстрел. Че, здесь есть патроны? Борзой сам, что ли? Выбирайся ты, сраная хрень. Давай, 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 давай. Сейчас хорошо, что здесь есть, слушай, этот самый сейфпоинт, потому что, блин, нахер, я в эту яму опять провалился.
Сюда подходит флот из Японии. Он будет здесь через час. Ложусь на встречный курс. Нет, мы знаем, как их победить. Надо продолжать бой. Принимаю. Кто там? Да ты не поверишь, браток. Это Пророк. Он жив? И похоже, еще брыкается. Засекай его координаты. Возвращаемся. Что ж, вот мы прошли Crysis 1, да, шедевральная, конечно, штука, шедевральная. Вот, несмотря на то, что там, конечно, последний бой немного там меня взбесила эта яма, конечно, в которой я там, блин, столько раз проваливался. У меня немного попыток, попытки 3 было, а то и 4, блин. Притом, 2 из них я именно упал в эту яму. Вот. Им надо было просто сделать, чтобы в этой яме, если в нее, ну, то есть ее как бы оставить, но что в нее как только падаешь, сразу гибнешь. А то там как-то не совсем понятно, там туда падаешь, что то ли гибнешь, то ли не гибнешь. Какой-то такой рандом свой есть, в общем. Вот, и в целом, да, в общем, у нас Crysis пройден. В общем, я рад, что мы его прошли. Прикольная штука. Вот, конечно, прикольно сделана вся природа здесь. Довольно большое внимание к деталям именно. Вот. И, в общем, что тут можно сказать? Вообще, насколько я понимаю, они типа отправились, как я понял, за Пророком, что ли? То есть обратно на остров. Вот. Я не знаю насчет второй части и третьей. Вот я в них не играл. Вот, но мне чертовски интересно в них на самом деле сыграть. Вот. Но, к сожалению, пока по планам я не знаю, как это все дело поставить, потому что времени чертовски не хватает. Вот, и когда возьмусь, не знаю даже, блин. Вот, но хочется их попроходить, посмотреть, что ж там такое. Вот, в целом, что тут скажешь, Crysis есть Crysis, блин, игра, которая, наверное, не нуждается в каких-то таких своих этих своих, ну, критика вообще, если с точки зрения критики, то, блин, любую игру, в любой игре можно найти отрицательные стороны. Вот, я, в общем-то, как-то не любитель искать именно отрицательные стороны в играх, потому что, ну, они порой такие, что, ну, они мелочные, короче, грубо говоря, вот так вот. То есть каких-то там жестких таких, тех самых нет, чтобы там можно было как-то высказать свое негативное негативную точку зрения. Вот. А в Crysis, ну там, то есть, к примеру, вот, ну, вот, можно упрекнуть в Crysis то, что он очень линеен. То есть, несмотря на те возможности, которые здесь были, он довольно-таки линеен. Вот. Да, то есть, ты как бы там волен, в принципе, выбирать маршрут, но он все равно находится довольно в узком коридоре. Вот. Ну, это такие, что это вот именно с точки зрения, если говорить про критику, это довольно мелочные такие вещи, которые, ну, если только что придираются в какой-нибудь там прессе, да, игровой. По мне, так, Crysis, это хорошая вещь. Атмосфера своя есть, то есть, вот, то есть не замысловатый сюжет вообще абсолютно, вот. Да и он здесь, собственно говоря, и не требуется. Вот. Ну, оружия, конечно, маловато, вот, но они пытались решить все за счет обвеса, вот, ну. В общем, как-то так. Что ж, будем здесь прощаться мы уже с Crysis'ом. Так что увидимся уже в следующих видео, в следующих прохождениях. Так что, в общем, прощаюсь я до следующего видео. Ну или прохождения.